Сегодня техника управления ракеткой после контакта с мячом. Удары с отскока – это базовые элементы современного тенниса, но рассказать о них все в одном уроке технически очень сложно. Направление сегодняшнего урока покажет значение правильного выполнения именно техники окончания ударов с отскока. Очень важно для теннисиста понять, что попадание мяча в корт напрямую зависит от того, что его ракетка делает после касания мяча. Посмотрим на современных примерах, как развивается движение после контакта с мячом. На первый взгляд возникает вопрос: зачем нужно озабочиваться тем, что уже было после контакта с мячом? Ведь это никак не может повлиять на полет мяча. Выпускается две серии видеоуроков. Одна для профессионалов, другая для любителей. Понятие о темпе, ритме и типах игроков. Базовый урок по работе ног. Примеры технической тренировки. Тренировка в домашних условиях для новичков. Это все и многое другое вы найдете на сайте tennislessons.ru.